Я открыла видос 3 дня назад, блядь, который вышел. Я, короче, видела Новый год слово и, типа, открыла кликбейт, блядь. Сука, Руслан кликбейтит! Я видела кусочек из этого видео. Ну, ребята, всем привет, это группа «Мальчишки». Мы поздравляем вас с новым 2019 годом. Специально для вас и слушателей радио «Шансон». Новая зажигательная песня с Новым годом. Час, когда отменяют концерты в каждом городе в нашей стране. Это пришел Путин навечно. Пусть на улице митинги будут, правда, толку здесь нету совсем. И всадит мне ножиком в печень. Новый год! Мы еще потерпим новый год! Бога все мы верим, новый год! Не жалейте денег, новый год! Бабушку сбил гелик! Такая смешная Настя. Разукрашена кровью вся морда. В эту ночь папа снова пропал. Толпы ментов снова под дверью. Запах твердых зеленых бутылок. Целый год только этого ждал. Пусть говорят, а я им всем верю. Новый год! Мы еще потерпим новый год! Ай! Бога все мы верим! Новый год! Не жалейте денег! Новый год! Бабушку сбил гелик! Новый год! Новый год! Ой, блядь, ноги отращируюсь. Я мальчишки. Бабушку сбил гелик. Новый год. Бога все мы верим. Классно. Это заело. Это заедет.